Мы находимся в городе Паттайя. Пляж Джентльмен считается одним из самых чистых в городе Паттайя. Вот это пляж. Море уходит каждый день. Получаются вот эти реки. Вот песочек. Здесь вот вещи. И полотенце. А пляж вот на берегу. Ну, по расстоянию это где-то метров 150. Море уходит. Каждый день одно и то же. Вот тут написал. Да, песочек теплый. Приятно ходить. Горячо немножко. Вчера массаж ног сделала тайка. Болит, ходить сегодня еле могу от этого массажа. Надо было воздержаться. Но она у меня спрашивала. Больно чуть-чуть, маленько, два слова. Все, весь наш с ней. Как говорится, мой. Вообще, конечно, 250 бат, 250 рублей. Полтора часа, я считаю. Нормально. Это море. Вот Тариф. Дальше центр города. Это Паттайя. Сейчас зайдем в море. Только поводу каждый день ходить с этим миноискателем. Понятно. Хотя с моря тут можно найти, конечно, все тут бывает. Тут остается что-то. Выбрасывает на берег. Ну, как вы, народу-то вообще очень-очень мало. Потому что не сезон, не сезон. Сезон дождей сейчас самое. Дождь каждый день, каждый вечер. Сегодня более-менее нормальная погода. Ну что, пойдем поближе к морю. Опа! Вот как она шумит. Все равно каждое море имеет свой цвет, свой запах, свои, как это, свое ощущение. То есть вот, все равно не сравнить ни с чем. Каждое море имеет свой почерк. Это я. Сейчас поплывем. Не заслепился. Паттайя! Паттайя! Я люблю тебя, Паттайя! Ну, район этот считается самый спокойный. Где-то минут 5-10 на тук-туке до центра. Ну, и людей вообще практически нет. В городе там, конечно, все кишит, но здесь нет народа. Солененько. Слабо солененько. Thank you.
2012 год. Это море. Вот услышать, как шумит море, Сиамский залив, здесь и кошки сиамские, и собаки сиамские, все тут у них сиамское, потому что раньше было королевство Сиам, это уже потом Таиланд, сначала был Сиам. Лодка тут на бананах кого-то привезла покатать. А вот там центр, если туда ехать, то это будет центр города Паттайя. Знаменитая Болтинг-стрит, где здесь бомон собирает вечером на тусовку местного масштаба, а скорее всего мирового. Я не знаю, мне как-то смотреть на людей, которые несчастны своей музыкой, а может и счастливы, не знаю, ну, трансвеститов здесь очень-очень почему-то много, то ли климат, то ли что, ну, много переделанных, недоделанных, поэтому непонятно, что тут от климата зависит, что ли, от сиамского. Вон, пацанчик идет вместо сейчас, мамаша, оп, что-то они ищут. Красивое, красивое море. Все идут к морю. Аквариум рыбочный, я что-то. Ну, что самое интересное, местные как-то я не загорают, не купаются, им это не надо. Все это там. Вот он воду идет. Добрый день. Good morning, привет! Привет! Пока-пока! Скажи, Чей, скажи. О, молодец! Хороший парень. А вы ходите, ищете что-то, золото или что? Вот копаются, ищут что-то. Вы что ищете, нет? Нет, не понимаете? Ну, короче, мы поняли друг друга, все. А? Вот, поливать. Ну что ты? Ну супермен будет. О. Вот, показывает он, что вот как, вот. Здесь. Все, вот, молодец какой. What is your name? Сам не говорит. How old are you? Годиков сколько? На пальчиках можешь показать? Нет, не понимает.
How old? Вот сколько тебе? 2-3. Нет, кто-то не разговаривает. О, какую он ямку вырыл. Че не? Партизан. Хитрый так. Ого, уже какую ямку вырыл. Вот это молодец. Ой, а что там? Ой-ой-ой-ой-ой. Там ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, какую ямку он вырыл. Все, всем ребятишкам российским расскажу, какой хороший парень. Дай руку, руку дай мне. Дай руку. Молодец. Вот так, мужики. О, мужик, молодец. Вот, пока, пока. Спасибо. Ну вот. И пообщались с Ленин и Путином. Вечно улыбающийся, гостеприимно. Народ, конечно, очень улыбающийся, радостный в этой жизни. Живут там непонятно где и непонятно что, и все радуются. Все спокойно, никто никуда не торопится. То есть идет нормальная жизнь. Рождаются дети. Все нормально проходит. Такие же люди, такая же. Только маленько тепло и жарко. И море есть, и снега нет. Каждому свое в этой жизни.